Друзья, я вам показываю, как я поливаю часть своих растений под душем. Вот заношу весь ящик в квартиру. Но так как я не могу там поливать, потому что вся вот эта вода из поддонов там нет, вся вода из горшков, она будет проливаться к соседям на окно, это не очень хорошо, и поэтому я вот ящики эти ношу под душ. Вот я так лью прям по головам. Правда, струю не очень сильную делаю, потому что при сильной струе вымывается земля. И вот так вот я проливаю. Те, которые я вижу, что особенно засушены, я на них останавливаюсь подольше. Вот. Короче, вот так я их все лью. Они здесь потом отекают. И когда уже совсем отекут, минут через 20 я эти горшки, я эти ящики выставляю обратно на полку. Вот это можно делать свободно и не бояться там что-то может случиться с растениями, только в том случае, если у вас растение содержится на продуваемом участке, то есть на улице, там где ветер, там где ветер просушит листья. И где все будет хорошо. Вот в комнате такое делать не рекомендуется, потому что застой влаги в розетках, застой все равно вы не сдуете так, как нужно. И вот этот застой влаги, он потом может спровоцировать загнивание. А на ветру все это просохнет, все это продуется быстро. И уже к завтрашнему утру растения, вот на них уже будет палить солнце, и растения будут выглядеть нормально и будут абсолютно сухими. То есть солнце им будет не страшно. Ну вот, вроде все полила. Я просто начала поливать до этого, до съема видео. И решила дополивать чуть-чуть и показать вам, как я это делаю. Вот чуть-чуть совсем прям я включила душ. Потому что даже при маленьком напоре воды все равно, вот видите, земля, вот она вымывается из горшков. Ну, сейчас они немножечко у меня просохнут. Я их пронесу. Так, вот этот был прям засушен, этот засушен, этот тоже засушен, как сухарик. Ну, вот этот тоже засушен. Этот, кстати, после полива прям разом зеленеет. Бух, это вот красула. Ну, потом быстро все равно земля просыхает, быстро она набирает опять красный оттенок. Вот миранда у меня была засушена. Я сегодня просто снимала видео, и там 11-я часть, по-моему, была. И вот решила, что нужно пролить их основательно, потому что этот ящик самый дальний. Вот в эти-то я дотягиваюсь, а тут я не дотягиваюсь. И поэтому он у меня вот такой ужасный. Ну, так как это суккуленты, они ждут своего часа. Вот недели две, наверное, на палящем солнце я их точно не поливала. Какие-то нормально себя чувствуют. Вот Фрэнк Райнольд, его и поливать не нужно было. Он прекрасно выглядит. Вот эти две широчки, это тоже прям изюминки замечательные. Смотрите, какие красивые, гибрид Пуледонис. А вот этот прям миранда был совсем-совсем засушен. Ужасно был засушен. Вот смотрите, листья какие у него, как тряпки. Это пэлсик. Ну, его тоже можно было не поливать, он еще нормальный был. Ну, полью заодно все. И опять к ним не буду заглядывать две недели. Вот этот пролить нужно побольше, потому что там масса корней большая. Он прям сильно просох. Пусть напитаются все. Ну, так. Все, сейчас они отекут, и я их выставлю. Можете такое тоже проделывать, но опять с учетом того, что эти растения потом политые пойдут у вас на хорошо обдуваемую территорию, то есть где присутствует именно ветер, где погодные условия позволяют просушить вот всю эту воду, которая сейчас поступила. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Это так, я решила чуть-чуть показать. Короткое видео. Для моей болтовни это не свойственно. Ну вот сегодня будет такое короткое, 5-минутное.
Все, пока-пока. Всем здоровья и добра.